В актовом зале 61-й школы почти сотня зрителей. Участники российского движения школьников и студенты различных учебных заведений пришли пообщаться с народным учителем России Татьяной Егошиной. Мне было интересно, как она получила такое звание, за что, почему она стала учителем. И какие трудности есть в ее работе? Вопросы из зала посвящены совсем не детским вещам. Астрономии, проблемам современного общества, нелегкости выбора жизненного пути. Татьяна Алексеевна будто уже знает ответ до того, как был задан вопрос. После каждой ее реплики звучат продолжительные аплодисменты. Свой жизненный путь народный учитель вспоминает с улыбкой на лице. Наверное, у каждого человека есть к чему-то расположенность. В школе мне больше нравились предметы естественного цикла. Физика, химия и математика. Поэтому я поступила на физико-математический факультет Нижнетагильского пединститута. Но по окончании института оказалось так, что в районе требуются учителя физики. Физику Татьяна Алексеевна начала преподавать в 9-й школе Нижнего Тагила. Опыт работы учителем уже более 50 лет. За годы ее работы за партами сменилось не одно поколение школьников. Найти общий язык с учащимися получалось благодаря общению с детьми и внуками. У меня 5 внуков. И общаясь с ними, я понимаю, что интересно нынешнему поколению, что им не интересно, чем они живут. И поэтому я, допустим, на уроке могу сказать: дети, достаньте мобильные телефоны и посмотрите, пожалуйста, вот такую информацию. Или вот, допустим, один урок я проводила, я сказала: итак, ребят, сегодня у нас эксперимент. Полкласса работают с телефонами по нашему плану, а полкласса с учебниками. Посмотрим, у кого это получится быстрее. Получилось быстрее у тех, кто с учебниками. Когда сегодняшний директор 61-й школы Лариса Гизенко пришла работать молодым специалистом, Татьяна Алексеевна была завучем и всегда помогала еще неопытным педагогам. Учитель учителей, так называли ее коллеги. Всем молодым специалистам, в том числе и мне, в свое время она уделяла очень много внимания своего в качестве завуча и учила, как нужно правильно проводить уроки, методики и так далее. Очень много посещала уроков. И бывали такие минуты, что ты ведешь урок, ты увлечен, у тебя дети, ты преподаешь, пишешь что-то на доске, оглядываешься. А на последней парте сидит Татьяна Алексеевна. То есть очень незаметно, ненавязчиво. В преддверии своего профессионального праздника школьники и коллеги поздравляют Татьяну Егошину и благодарят за ежедневный труд и индивидуальный подход к каждому. Николай Палкин, Михаил Корзняков, Андрей Фатыхов. Новости Тагил ТВ.